Сегодня с другом под самую ночь приехали на прорубь, делали дела, решили, а что бы нам перед сном не окунуться. У моржа ведь нету времени определенного. Можно окунаться и утром, и днем, и вечером. Вот здесь на нас какой-то мужик смотрит сверху. И вот, а это Женька. А сейчас, кстати, сделаем лампочку. О! Покажем пейзаж. Не, ну они как бы так. Да не, нормально, не соскользят. Вот такая красивая прорубь. Был дождик. Дождик мы переждали. Погода сугубо плюсовая. Сейчас даже мокрый снег как будто бы идет. Женя будет сегодня первый раз окунаться в прорубь. Вот, товарищ. И получится проплыть, не получится, мы не загадываем, как пойдет. А я, скорее всего, как обычно, проплыву вот туда до конца и обратно. В общем, друзья моржи, я вам скажу так. У меня-то сегодня уже пятый заплыв, ну, пятое погружение. А у друга будет первое погружение конкретно в прорубь, поэтому для вас будет слегка новый контент. Но вы зато увидите, как человек первый раз погружается конкретно именно в прорубь. Не в ванную, а в прорубь. Или не погружается, в зависимости, как вот он решит сам. Вот. И сейчас вы будете смотреть, как погружаюсь я. Потихонечку ныряйте. Благодать! Ага. Шикарно! Ох, хорошечно! Особенно на спине, да? Да как угодно, хоть на спине, хоть не на спине. О. Кролем не буду плыть, без очков. Не очень интересно, в следующий раз маску попробую раздобыть кролем, чтобы разглядеть дно. Вот. Вот, обычно я как бы не ставлю тут рекордов. Проплываю туда, проплываю обратно. Всего этого вполне достаточно. Здесь стараюсь поймать некоторое равновесие иногда. Но, в принципе, уже с опытом это не надо. Вот, пожалуйста, ступенька, раз. Кстати, спасибо организаторам, приятные коврички здесь поставили. Ну, ты считаешь, что мне будет проще, да, чем в ванную погружаться, да, в дом? Ну, я как скажу, вот мне, например, когда я первый раз погружался, было крещение, было холодно, ну, ветер тоже был большой. А то тебе было неприятно, да? Мне казалось, что мне будет очень плохо в сравнении с ванной и с домашними условиями. Ну, ты мне сказал, что мне будет легче. Ну, когда, да, так вот в том-то вся и оказия, но когда я погрузился... А то тебе казалось за то, как ты еще разделся и заходил, да? А когда даже когда я раздевался, от ветра, видимо, больше этих страхов было. Мне казалось, что мне будет... Ну, как-то не по себе. Ну, я понял. А когда я залез в воду, я понял, что, в принципе, это мало того, что ничем не отличается от домашнего окунания в ледяную ванну, так это еще и проще, потому что есть контраст. Как я говорю, контраст — это очень важно. Уже из теплой квартиры залезать в холодную воду немножечко как-то бы, ну, страшнее, скажем так. А вот когда... Именно сам момент погружения. А вот когда прорубь погружаешься, то до момента погружения уже накручиваешь себя, что вот холодно стоять на улице, но ничего страшного. Вот, дыши, главное, можешь перед пробой подышать. Смотри. Да, мне главное гипервентиляция. Я вздыхание не зарядку, умею. Небольшую зарядочку. Это важно, да? Ну, ты прогреешься, подышишь, немножечко вот так вот в тонус войдешь, в рабочий режим, скажем так. Чтобы уже не было такого страха, как перед прививкой в школе. Ага. Когда я боялся этих уколов, как не знаю кто, и до сих пор. Лишний раз не даю себе. Вот. Так же и тут, чтобы лишний мандраж ушел, чтобы лишний раз, как говорится, не сделать что-то не так, то лучше... Чуть-чуть прогреться, небольшие махи. Махи руками, махи ногами. Вспомни операция И, что они там делали. То же самое. Та же самая физкультура. А я сейчас попробую по склону пробежаться вверх и вниз. Подожди сейчас. Ну сейчас я. Просто иди. Нога холодная. Тогда иди. Просто иди. Не думай ни о чем. Дыши и иди. Дыши и иди.
А то сейчас страха больше будет. Голову отключи, просто дыши и иди. Не думай ни о чем. Ни о тепле, ни о холоде, ни о чем. Вся природа готова тебя благословить на это действо. Не бойся ничего, ты мужик. Давай быстрее. Чем больше раздумываешь, тем сложнее будет. Уже несколько шагов вперед и окунайся. И обратно. Все. Я бы на твоем месте сначала просто окунулся, а потом решил бы, плыть или нет. Вот, молодец, молодец. Дыши. Вот и все. Метр вперед, метр назад, то, может быть, ты и сможешь, но пока ты можешь использовать опыт ледяного погружения в ванну. Вот, ты можешь, в принципе, уже выходить, если тебе этого хватило, но ты дыши. Природа любит тебя, она дает тебе кайфы. Мне вообще сейчас жарко, я готов хоть прыгать туда. Ладно, я плыть не буду. Пойду. Так все, так для тебя этого вообще более чем достаточно. Здесь все-таки ванна все-таки теплее. Здесь да? Руки, шея, руки очень мерзнут. Даже шея. А... О, все. Ну молодец, я поздравляю тебя. Ну это хорошо, что все-таки я ванной это у нас. Блин, я вообще босиком хожу как по иголкам. Хорошо, что ветер. И сколько я там простоял? Минуту постоял? Да, наверное, я так точно не могу сказать. Нет, кстати, в ванной вода, конечно, не такая холодная. Здесь, конечно, холоднее. Да? Я бы не сказал, что здесь легче. Здесь вода. Ну это знаешь, почему с чем связано? Потому что я-то ванну сравнивал, которая у меня дома со была льдом. В минус 25 градусов на улице, и она текла из водопровода 1 градус. Да, еще плюс со льдом. Еще со льдом. А, меня-то... а у тебя получается, видимо, теплее она, из-за того, да, что да. Мы же в плюс ее набирали. Но все равно хорошо окунаться. Я пока плавать не буду, я буду хотя бы пока просто окунаться, потому что плавать я не готов. Мне надо приучить свое тело к такому холоду. То есть окунаться я буду, а как я только привыкну, у меня руки к холоду привыкнут, болеть... У меня знаешь, почему не поплыло? У меня кисти рук очень заболели. Я боялся, что под мышкой холодно было. Я боялся, что если я толкнусь и поплыву, просто мало это ли чего. Это проблема есть такая, что я просто... болит. А да. Вот... Часто. Пальцы ног болят. Болят. Я как по иголкам, видишь, я себя тренирую, так я... Кстати как... говоря, пальцы рук и ног, да. Но это как, ну если, мне кажется, если к этому привыкают люди, то я думаю, что надо просто ходить. Я теперь думаю, что если ты будешь на пробе ходить, просто бери всегда меня, чтобы я так вот, как сегодня, окунался, хотя бы пока что окунался. То есть вообще рекомендуют начинать закаливание дома. Я-то дома всего два раза в ванной окунулся. Нет, у тебя один раз и у себя. То есть... Зато быстрее, как говорится, да? Не, уже... ну все равно я там 10 минут просидел, у меня был эффект. Я такой красный вышел. Ментолом меня морозило. Я уже просто не боюсь холодной воды, но плыть, в смысле, плавать, я чувствую, что я же знаю, что умею плавать. Как бы не так хорошо, как ты, но достаточно такого расстояния. Ну просто первый раз, ну, я ты... говорю, мне кажется, на пятый раз я точно проплыву. Да сумеешь рано или поздно. Главное, полностью. Ах, главное, что еще месяц зимы впереди, еще потом вода холодная, еще и март холодный. А в апреле холодно будет. Ну я теперь знаю, что моржевать, в принципе, не так уж и страшно. Абсолютно не страшно. Да, нет, это раньше что-то я так как-то недопонимал. Я вот в детстве думал, что моржи это что-то такое сверхъестественное. Когда ребенком был, мне это родители рассказывали, что моржи зимой купаются, это по телевизору показывали. Да так телу, кстати, было комфортно, реально. Туловище было комфортно. Ну, видишь, значит, ты сейчас, значит, не об психике более. Я вот когда... Нет, я, кстати, вообще без страха зашел. Вот вообще без страха. Не хочу хвастаться, я когда вчера в ванну, допустим, дома погружался, или у тебя, у меня небольшой все-таки страх был. А здесь вот как-то вот не было. Ох, кайфуй. Фу. Просто настоящая освежающая свежесть. Ну что, ребятишечки, мы заголились, чувствуем себя бодренько, прекрасненько, на позитиве. Организм говорит спасибо. Я говорю спасибо. Этому миру, этому другу Евгению и создателю миров, создателю мира, нашему Богу. И вам, друзья мои, я говорю спасибо за ваши просмотры и за такой отклик.
потому что канал этот очень маленький, но уже от него идет такая сила, потому что каждый человек, который увлекается холодом, пишет в комментариях, пишет в личных сообщениях, пишет везде и всюду. Всем пока. Закаляйтесь, и будет у вас сила. Ваше интервью сегодня будет? Так. Да. Ну, я хотя настраивался поплавать немного, но вот только окунуться удалось. Отлично. Вот, почувствовал, как пальцы на руках мерзнут и ноги сильно. То есть телу было комфортно, а именно руки и ноги. Поэтому не решился. В последнюю секунду хотел уже оттолкнуться, но последнюю секунду передумал. Почувствовал болевые ощущения в пальцах рук и передумал. Правильно. Но зато по шею я окунулся, постоял там, не знаю, сколько времени, там две, может, минутку. Минут. Как минимум точно, а то и больше. Минимум, может, а то и больше. Даже. Да, может быть, даже полторы, я думаю. Ну, может, посмотрим, полторы. Кто был прав. В любом случае, мне понравилось ощущение. На полторы. Меня, в принципе, устраивают такие водные процедуры. Я буду продолжать, когда-нибудь проплыву. Молодец. Сегодня мы поздравляем Евгения. Да. Вот, мы ставим ему лайк за то, что он сегодня проплыл. А еще проплыл, постоял в воде в колонне. Постоял. А еще один лайк мы ему поставим за то, что он окунался в ледяную ванну. Да. А это мы покажем в этом же видео, только чуть-чуть попозже. Всем привет! Сегодня я буду выступать в качестве инструктора. Впервые в своей жизни буду инструктировать одного своего друга, который тоже решил вступить в секту холодоманов. И будет принимать сегодня ледяную ванну. Посмотрим, как это происходит. Человек впервые принимает ледяную ванну. Так, сейчас начинаю инструктаж. Друг решил тоже вступить в секту холодоманов. Да, смотри, ты можешь по... Ну, делаешь все... Пока просто залезаешь, делаешь все, как обычно человек залезает в ванну. Вот так. Вот, встань сначала. Дышать захотелось. Дыши. Как говорится, чувствуй организм. Сколько он хочет дышать, столько и дыши спокойно. Вдохи делай. Повернись к стенке, к другой. Так. Развернись на 180, вот, лицом в ту сторону, потому что так тебе проще будет садиться, да. Угу. Вот, стой. Все, подышал. Чувствуешь, да, что... А будешь... И болеть будут, более и того, болят. Это не страшно, и болят, это не страшно. У меня тоже... А тело? И тело не будет болеть, все будет нормально, привыкнешь. Все, теперь потихонечку можешь руками схватить за края ванны, и сейчас будешь садиться на попу, ноги вперед выдвигать, и будешь дышать. Но организм подскажет, как дышать, просто ни о чем не думай, садись. Вытягивай ножки вперед, руки опускай, правильно, все. Видишь, дыхание пошло. Uh-huh. И дыши, да, давай своему организму столько воздуха, столько кислорода, сколько ему требуется. Можешь ртом дышать. Глубже, если хочешь. Да. Организм сам подскажет, сколько дышать. И организм сам подскажет, сколько сидеть. Да это лучше, чем теплая ванна. Теплая как-то все обычно. А это интереснее. Да. Сейчас пока будет, возможно, небольшой испытание. Сейчас ты чувствуешь, что, возможно, дискомфорт. Если ты сейчас переждешь, руки трясутся, просто на это волнение. Руки трясутся, возможно. Руки тряслись. Тряслись. Я это на. Они, кстати, сейчас руки болеют. Сначала ноги болеть перестают, руки болеть начинают. Болят руки, да. А ноги перестают. И сейчас ноги уже опять. Это нормально. Болят и ноги, и руки. Но ты сейчас должен не на геройство играть, а именно. Иначе можно переохладиться, да? Конечно, видишь, с квартиры психологически зайти проще, но сидеть сложнее. Что такое? Ну, переохлаждение. Ну, переохлаждение ты не схватишь. А именно, чтобы у тебя голова не думала, что все так плохо. То есть... Не, неплохо. Если терпимо, то сиди. Почему? Потому что сейчас придет стадия, когда тебя отпустят, и тебе будет кайфово. Ну, ты заметил, что дыхание пошло? Что воздуха? Потому что когда погружаешься в холодную воду, в 6 раз больше кислорода требуется. И поэтому дыхание, оно очень важно. За счет дыхания ты насыщаешь кровь. Тем... А что, в проруби, если бы я поплыл, я бы этого холода не чувствовал, да?
Или бы то же самое было бы? Проще, потому что когда из тепла в холод, акцентируешься на холоде. Когда из холодного воздуха, учитывая, что ветер на улице был, наоборот, в воде теплее. То есть все зависит от контраста. В прорубь психологически изначально труднее, но в проруби легче. То есть... Да не, нормально, нормально. Ну, я себя просто целый день давно уже настраивал, я уже себя увидел в этой ванной. Поэтому нормально. Я уже как будто бы... Ну, чувствуется, что новое ощущение, но я бы... И мне кажется, это не смертельно совсем. Ну вот. Ну, побаливают ноги, но это не адская боль. А сейчас дрожит все ощущение? Не, не. Ну, вода выталкивает, но это естественно, она и должна, это свойство. Ну, небольшое расслабление, хотя бы есть релакс такой, небольшой. Есть, есть чуть-чуть. Как будто привык, как будто, ну, как-то уже привык, как будто, да, смирился с этим холодом. Да, смирился. Вот, это и есть состояние дзен, если так можно это называть. Ради этого все и задумано. Но, опять же, это не панацея, потом ты будешь нагрузки повышать. В проруби вода будет холоднее. Мне кажется, что мне надо сначала с ванн все-таки начать тренировать. Все, мы эту ванну тебе, значит, да, лучше подарим, и все будет хорошо. Я пока проруби что-то страшновато, мне кажется, для такого холода. Если такой холод, то мне лучше начинать с квартиры. Здесь как бы я знаю, что я в помещении, что опасности не будет, а проруби мало ли чего. Потому что холод, на самом деле реально холодно, я тебе скажу. Но я... ты можешь уже, ты вполне для первого раза... Сколько я сижу по времени? Ну, уже минуты 3 даже ты сидишь. Да? Кажется, что меньше. А я знаю так всегда. Да, что, это не вредно для здоровья? Вреда-то нет. Ну ладно, мне вылезать не советуешь. Вот как ты сейчас вот ощущаешь сам себя? Если чувствуешь позывы, то в принципе нет, терпеть... Нет. Ну, как хочешь. Просто дело в том... А что палец, как кровь-то пошла? Да просто... Тело сейчас развалится. Нет, ничего не развалится. Всякое бывает. Просто сама ванна острая у меня. Я сам поранился не раз об нее. Просто фишка в том, терапевтический эффект уже... А, некоторые говорят воспаление почек, воспаление легких от холода. Знаешь, что сделай? Чуть-чуть можешь шею погрузить вниз. Будет тяжело сейчас тебе. Не, а ноги вперед. Чтобы получилось так, что у тебя, чтобы ты по шею погружен был. Да. Как бы спину назад, ноги вперед, ты просто немножко не посередине расположился. Вот. Тяжеловато, да. Я вот всегда. Вот. Надо тело сразу сказать. Истинное сидение, оно такое, да. Mm-hmm. Еще даже ниже я опускаюсь. У меня одна голова торчит. Mm-hmm. Вот именно так. Вот теперь ты полностью погружен, как я. Теперь практически ты похож на меня. Я в такой же позе все делаю. Вот. И ты просидел больше намного, чем я в первый раз. Но я тебе скажу так, терапевтический эффект у тебя уже весь получен. Но если ты хочешь сидеть и тебе... Мне надо сейчас привыкнуть еще. Я могу так сказать. Терапевтический эффект ты получил, но... Холод никогда лишним не бывает, если ты это можешь вытерпеть. Почему? По одной причине. Потому что все то, что происходит сейчас в организме, оно как минимум на физиологии, на физиологическом уровне. Ладно, полезно. Правильно, вставай. Помоги. Давай. Вот, держись за края. Все, ты сможешь. Ничего, вставай. Все. Теперь тапки твои где? Вон они в пакете, там, в пакете лежат. Тебе холодно сейчас, но терпи, потому что терпеть-то надо. Терпи. Да я его жиром, весь этим жиром заполнил. Тебе надо терпеть. Вот. Нет, а тебе надо было сразу сказать, тебе посередине, там лучше по шею погрузить. Так реально. Ну, я думал, что как-то оно само. У меня-то это интуитивно получилось. Да я тоже как-то не подумал, знаешь. Все, давай, вот тапки сюда можешь встать. Только держись, да, за все держись, короче, это. Ну как сейчас ощущение? Ощущение я вообще пока не понял. Пока не понял. Ты ну не вот... пересидел случайно? Нет. А табуретка-то не нет, навалится? Нет, ты не пересидел. Нет. Там немножко отряхни. Ну что-то почувствовал? Нет, мне кажется, мне надо это практиковать. Но надо. Мне прорубь рано, мне надо дома эти процедуры у себя практиковать. Прорубь рано сейчас. Ну и я теперь, знаешь, надо на середину отодвигаться, чтобы по шею. Да. У меня просто ванна дома, кстати, длиннее сама, чем у тебя. Нет, у меня емкость тебе мешает. Сама емкость-то. Ну да. Да ладно, ничего, разберемся. Ну, сейчас тебе будет легчать. Можешь сказать, что ощущаешь? Да холод, особенно вот здесь, вот в руках, вот в спине, вот тут. Дрожь есть. Холод. Очень так холодно, да? Вообще, что-то я даже не ожидал. И дрожь.
Да так это нормально тогда? Да, да, это нормально. Это здоровье, это не значит, что я умираю? Нет. Это наоборот хорошо. А, ну значит, ну да, ощущение, о, какое-то морозное. Ну, что-то в этом есть. Да. Но это хорошо. Я говорю, я бывает, когда сижу очень долго. Жжет как-то. Да, так это и должно. Так ничего себе, я даже не ожидал, что такое будет. Да. Ментоловый эффект. Да, это вот ментоловое покалывание. Ментоловое, реально ментоловое. Это то, что надо, это оздоравливает. Вот сейчас ты получил, тебе бы ни один врач бы тебе столько пользы не принес, сколько ты за эти 5 минут получил. Всё. Слушай, а может ко мне эту ванну увезем? Увезем. Чтоб я тренировался. А потом ты будешь дома под одеялом греться. А может... Так, конечно, жалко, что дома по снегу не походишь. Да, ну походим с тобой отдельно. Сейчас будем... тут носки теплые одевать. По снегу будем вместе выезжать. Вон, я сегодня походил по снегу. Ладно. Прекрасно. Даже не поймешь, вытерся, не вытерся. Ты вроде не... Да вы вроде вытерся. Не ощущаешь кожу, как будто бы. Понятно, вроде бы мокрый, когда трогаешь, а так... Да, это у меня вот такой... Вот здесь вот в руках этот ментол особенно идет. Да, это как раз то, что надо. А на улице... Мне кажется, я 15 секунд посидел, у меня бы не было такого, да, ментола? Я и рад поэтому. Да? Я поэтому рад, что ты смог преодолеть себя. В этом плане это хорошо даже. Да, хоть что-то смог. И у тебя, более того, очистились внутренние органы сейчас. Пока ты сидел, у тебя внутренние органы, кровоток в 4 раза увеличили. Получается, прочистилась печенка и селезенка. На улице прям сейчас бы я не хочу. Сейчас. Все потихоньку. Да не, нормальный эффект. Я буду этим заниматься 100%. А давай. А нашим друзьям скажем, чтобы занимались, правильно? Да, занимайтесь. Ощущения могут, может быть, поначалу показаться странными, какими-то новыми, непонятными. То есть, когда залезать, на самом деле, не страшно. Садиться тоже не страшно, сидеть не страшно. Немножко ноги, руки побаливают, но это терпимо. Ну, все тогда. А когда вылезаешь, сначала непонятно. Вытираешься, потом проходит несколько минут, и чувствуешь вот этот морозящий, жгучий и обжигающий в то же время эффект. Ну, как бы ментол, действительно. Вот жвачку ментол вы ели когда-нибудь самую такую холодную? Вот. Это называют ментоловый эффект. Да, вот во рту. Чувствуете, вот когда жуете ментол и жвачку? Я то же самое только чувствую, только не во рту, а по телу как будто бы, понимаете? Да, моржи называют это ментоловый эффект. Действительно, вот 100%. Данная ванна отправляется сегодня моему другу, ему слишком сильно понравилось, и он решил забрать это себе. Так что я теперь остаюсь без емкости для закаливания, но мне оно и не нужно. У каждого в жизни есть свой этап, я свой уже прошел.